Доллар 40, евро 50, Путин 62, нефть 90. Когда-нибудь они сойдутся в одной цене. Это одна из многочисленных шуток в Твиттере по поводу того, при каких обстоятельствах российский президент вдали от шума городского в Сибири, в тайге, отмечает свой день рождения. Были и куда менее язвительные поздравления, даже совсем не язвительные, даже более того, со слезами, скажем так, на глазах. Картина дня. Глубоко уважаемый и дорогой Владимир Владимирович, от имени всенародной передачи «В мире животных» и от себя лично сердечно поздравляю вас с вашим днем рождения и хочу подарить вам этого милого тигренка. Есть на свете человек, петербуржец, как и вы. Уважаемый Владимир Владимирович, мы поздравляем вас с днем рождения. Нам, школьникам, очень нравится, что вы такой спортивный и активный. Желаем вам всегда оставаться в такой же хорошей спортивной форме. Поздравляем! Народный ансамбль «Золотые купола» сердечно поздравляет с днем рождения, Владимир Владимирович! Спасибо вам, что вы нам предоставляете возможность вспомнить и чтить память о наших героических предках. С днем рождения, Владимир Владимирович, от всей души! Мы вышли сказать слова благодарности нашему великому патриоту, нашему национальному лидеру, верховному главнокомандующему Владимиру Путину. Мы помним и никогда не забудем те самые трудные дни, которые были у нашего народа. И как нас поддержал наш президент Владимир Путин. Владимир Владимирович, любим, уважаем, да? Ценим. С днем рождения.